На набережной очередной обвал. Такая новость появилась в ленте информационных агентств. Правда, он произошел не на пешеходной зоне, доступной для жителей, а на строительной площадке. Там сейчас идет монтаж следующего участка. Подрядчик все тот же – «Саратовгесстрой». Технология тоже не изменилась. В основе – песок вперемешку с щебнем. Специалисты ее уже неоднократно критиковали. По их словам, не исключено, что и следующий участок ожидают обвалы. Ведь причина первых была в том, что вода размыла песок, и нижний ярус вместе с асфальтом провалился, что вызвало недовольство горожан, потому что обвалы повторялись неоднократно.